Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Cover Tops проходить. Спасли мы с вами, значит, такие, короче, заложников. Я такой, знаешь что, представляешь? Вот ты представляешь, что за фигня? Ты представил, да? Представил. И вот и как это вообще может быть? Я вот тоже хрен его знает, как это может быть, короче. Я так, захожу в комментарии, мне такой Титанчик пишет, типа... Я не буду тебе помогать проходить, играй и страдай. Ну вот вообще совести нету человека, представляете? Вот просто говорит, играй и страдай. Вот в эту игрушку, по которой, блин, непонятно, что делать каждый раз. И вот как, ну совести у человека, ну зачем ты так делаешь, ну зачем? Ну, ты уважения вообще никакого нету. Я вот, хорошо, давайте я буду тоже так делать. Я сделаю 724 серии, будете вместе со мной страдать. Вот запишу 724 серии, будете сидеть и смотреть их, и вообще ничего не делать больше. Понятно? Вот так вот. Я вот бровями тут пошевелю. Ну, чуть-чуть пошевелю, ладно, и все, и скажу, и пойду дальше. Короче, нам в шестой вагон нужно. Вот вообще, ну как это так люди такие странные? Я не туда пошел. Подожди, мне нужно в вагон 6. Он мне дал ключ от чего? Тут ящики. Нету никого. Хорошо, ладно. Игрушка-то сложная, блин. А я не знаю, что делать, а мне еще не хотят подсказывать. Ну, представляешь, ну как так? Так. Какие-то ключевые мне нужны по-любому. Не понял, кто ящик назад подвинул. Так, давай. Я же его отодвигал. В чем проблема? Он не должен так сделаться был. Так, ну пока что никого нет, это хорошо. Так, сохраню. А, вот карточка, окей. Пипись, вот эту. Да. Хорошо. Вот так же было в этом, как его, в Динокрайзисе, короче. Тоже такая же херня, тоже непонятно, что делать. И это самое. Ну, там хотя бы на карте было написано, типа, иди вон туда, тебе это мигает там, а тут хрен его знает, куда идти. Что делать? Я еще дальше подвинулся, что ли? Кого? Так, смотри, сразу вот сюда. Это у нас туалет? Нет, не туалет. Есть что? Нет, ничего. Вентиляция. Есть записка, хорошо. Да, дома. Большая зона покрытия. Шерри. Обзор сектора на низком уровне. Люди определяются по звуку и к лучам, и температуре. Проникновение врага невозможно. Что это за херня-то? Слышь? Тихо! Что там? Панель статуса ракеты. Здесь ничего нет. А вот тут чего? Вот тут что-то же есть, ну блин, ну там в углу, ну бляха-муха, вот что ты такой дурень. Ладно, я забыл опять с кровью, что-то там нужно будет сделать. Ладно, карта. Так, у нас есть одна каюта. И сейчас по прямой стопудово будет какое-то говно. Я сохраню, чтобы не читать потом эту записку опять заново. А может быть я за ним просто пробегу? А он дверь-то дальше, блядь. Есть что-нибудь? О, что-то упало. Что упало-то? Патроны. Аптечка. Да нихрена себе. Ну хорошо, хоть аптечка, ладно. Так, тут один чувак был. Я потратил немножко патрончики, но мы их сейчас связим. Тут у нас каюта, и там каюта. Хорошо, там есть туалет. А тут еще чуваки будут. Нет? Фриз! Там что-то лежит. Так, тут ничего, да? Что это? Зона хранения ракет. Одна из них уже запущена. Тихо, не тормози, блядь. Патроны. Хорошо, патроны мне пригодятся. Патроны вот это тут вообще не лишние, ни хрена. Все, что ли? Блин, вот бесполезная комната. Ну ладно, патроны, ладно. Полезная комната, более-менее. Так, а тут что? Фризов нет. Есть наверх выход. Стоп, а что вы... Возможно, мне сейчас нужно будет наверх пойти. Хотя кто... А тут открыто? Блин, открыто. А подожди, а куда мне наверх? А пошли наверх, сходим, посмотрим просто. Тут же будет не выход на крышу, а именно будет выход куда-то наверх. Может, там что-то есть? А вагон 7, ракетный склад. Вот. Что мне здесь делать? Ой! Что-то есть. Аптека! Да блин, у меня аптека, сколько могу хилиться хоть каждую секунду. Так, здесь поршни не работают, меня не бьет. Что это? А, наверное, мотор для запусок. Да, для запусок. Хороший перевод. Так, больше ничего нет? А, нет, смотри, выход наверх есть. В смысле?
А люк взломан, я не могу вылезть. Может, сломан, а не взломан? Кто его взломал-то? Хакеров здесь нет, чтобы ломать ломиком. Так, мы в Люблине, в Палане. Так, ну тогда мне на 6-й вагон, а больше некуда. Хорошо, мы уже двигаемся, потихоньку двигаемся, 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 ух. Так, а у нас, кстати... Так, тихо, там кто-то есть. А у нас, кстати, игрушка-то на 2 диска, если что. Мне интересно, когда этот диск менять нужно будет. Кажется, питание не... Ага, нужно питание подрубить. Дай. Так, чувак ушел, тут есть код. Так, смотрим карту. Карту, тихо, спокойно. Карта всегда сразу же. Так, 6-й вагон, можно спуститься с той стороны. Здесь карточка, закрыта. То есть, если я там спущусь, там будет чувак. Как он ходит? Давай посмотрим. Ага, он ходит вот так, да? Ну, я, в принципе, понял, что хрен... Без разницы, как... Он все равно будет ходить. А карточка там, я не знаю, какая нужна. Так, какая-то кухонька. Кажется... А, двери не работают вообще. Где-то нужно питание подрубить. Бляха. Автораздатчик. Так, а где же мне питание? Так, придется того чувака тогда шмалять как-то. То есть я в каюту не войду, да, здесь нигде. Как они едут на поезде? Везде питание есть, на одном, блядь, нет. Ну как это работает? Так, он идет сюда. То есть я сюда не войду. А ну подожди, стоп, карта. Я могу там заныкаться за углом. Пока он пройдет, я пройду дальше. Правильно? Да. Так, сохраню сейчас. Ага. Так, идем за ним. Блять, тут еще один! Сука. Заныкался, блядь. Заныкался, бляха. Да, сейчас заныкаюсь тут, ага. Ничего нет. Блин, ничего нет. А это что такое? Ой, шкафчик, в шкафчик можно залезть. Двойной магазин пулемета? А где пулемета? Пулемет есть здесь? Я думал, я только с пистолетом буду бегать. Серьезно, где-то есть пулемет? А где он? Так, блин, сука. Заныкался, ага. Заныкался. Красиво заныкался, да? Это что? Это питание. Так, аппарат не работает. Да? И, о чудо, аппарат заработал. Так, карточка мне нужна. Или тут код? Подожди, тут код или карточка? Вот тут, просто проверить. Да хули ты бегаешь тут, сука? Ты мне патроны тратишь, ты в курсе? Ну и что ты не дал мне ничего, сучка? Это код. Нет, карточка. Блин. Ладно, вот, сука, потратил мне 4 патрона еще, скотина. Надо было туда не бежать. Так, тут у нас питание. Там у нас на втором этаже... Что такое? Так, там что-то... Что-то горит, сундуки какие-то. И что я тут смотрю? Это мне нужно, как выйти? Ага. А еще не могу открыть-то дверь? Закрыто. А, стоп. А, я могу через ту каюту только зайти, да? Ага, точно, точно. Вот, суки. Так, нужно на второй этаж еще сходить. Только я вот не знаю, не зареспавнится ли вот эти вот шмандябанди. Опять 2 штуки. 3. Ладно, посмотрим, что тут. Да что такое-то? К чему здесь? А что закрыто-то? Ракет. Аптечка. Еще что-то, да? Патроны. А как тут попасть сюда-то? Через верх? Да почему закрыто-то? Шкафчик. Да как закрыто-то? Взломай. У тебя пистолет есть. Ой, записочка. Ой, там что-то газует. Так, ладно, что тут? А выхлопы двигателя были проверены на наличие токсинов. Результаты теста негативные. Выхлопы не содержат опасных газов. Окей. Это хорошо. А, куча капсул с лекарствами и прочим. А может, ты мне возьмешь кэту? Ага.
Спасибо. А на входе. При входе необходимо нажать кнопку очистителя воздуха. При выходе всегда проверяйте, не пропускает ли оборудование токсичные газы, прежде чем уходить. А пукольные газы оно пропускает? Ну так, смотри, ничего вроде нет, да? Так, сохранится что-либо? Выключатель кондиционера, да. Так, проветрил, да? И что там? Все еще полно газа, может занять время. Ну давай. Я прикрою. Ты что, серьезно, на время? Там что-то лежит. И сколько ты будешь пердеть? Мне ждать или мне нужно бежать? Я вот не пойму. Это через полчаса прийти сюда или что? Нет, полно газа горит. Кажется, это для эксперимента. Ладно, подождем. Эй! Я вообще в бронежилете. То есть, я понял. Короче, нужно прийти сюда будет попозже. Я так понимаю, сейчас это ждать смысла нету, да? Ну да, оно, короче, будет через время. Ну хорошо, пошли тогда назад. Пускай тут попердит немного. Так, тут закрыто у нас, там закрыто. Тогда что мне делать? Можно там было сверху еще зайти. Так, там тоже вроде двери. А, нет, там можно двери открыть было. Так, и что? Нету никого? Серьезно? А где же респаун? Так, тут карточка нужна. Но я не знаю, это подойдет карточка или нет. Алло, здорово. Горя. Джек, ты в порядке? Я захватил вагон 6. Я захватил. Я постараюсь попасть в лазарет. Встретимся там. Я захватил, значит, здесь не будет больше противника. Вот это вот класс, будем. Это будет наш дом. Это будет наш дом, и будем тут просто жить. Все. Так, палуба, вагон, жемп, бомб. Куда я приперся? О, вы уже тут! Его рана не опасна для жизни. И мне удалось остановить кровотечение, но он уже потерял много крови. Ему срочно нужно сделать вливание. Бесполезно. Я обыскал всю аптечку, но не нашел то, что ему нужно. Он в критическом состоянии. Если бы мы только могли сделать ему вливание. А, так. Вот. Тип BRH+. Тип BRH+. Вот это вот кровь, сука, кровь вот это, надо ее не протыкать. BRH+. Так, BRH+. Ах, ах. Эй. Ему нужно переливание крови, да я понял. BRH+. Чем могу помочь? Да, блядь, ничем. Подождите секунду. Я запишу. Так, смотри, BRH+. Так, и дальше я там что-то помню, там будет дальше еще что-то. А медоборудование? А где смешивать-то? А медоборудование, наверное, это из заля. Лялятор. А где смешивать-то? Или это полностью медвагон? Подожди, пошли сюда. Это полностью медвагон, да? Ага. Тут у нас, смотри, есть и микроскоп. Похоже, искусственный генератор крови. Пакет с кровью удален. Ага, нам нужно пакет с кровью где-то найти еще. О, это что такое? А, записка. А, декабрь 22. Следующие 5 людей согласились дать свою кровь. Жан Дан, тип А, RX+, Билли Мгуэуайр, тип Б, RX+. А мне нужно RH. Рик Кейси, АБ, RX+. Джо Томас, тип ОР... А, нету. RX-. А Билли Магуайр сообщил, что вчера пил спиртное, поэтому нам нужно найти другого добровольца с второй группой крови. Доктор Кимбел. Бляха. Рецепты лекарства похожи на аптеку. Так, вот это надо будет что-то очень аккуратно делать. Так, ну-ка, эти...
Так, искусственная кровь содержит набор антител и нутриентов для различных пациентов. Для использования смешайте составные для нужного пациента. Смешивание составных. Анаэмия. Добавляйте ингредиент... Малые потери добавили ингредиент С, большие потери добавили ингредиенты С и Д. С и Д. Нам нужно С и Д. А где кровь-то взять? На монитор все еще включен. Кровь, да где взять? Подожди, кровь. А где брать? Карта. Карта. Так, подожди. А, там же газулька. А, может быть сейчас мне туда и надо? Может там уже перегазовало? Так, а ну-ка, сейчас зайду к этим, может быть, они что-то мне скажут. Нет, не будет заставки. Ладно, не будет, так не будет, пошли туда-назад. Может, там уже перегазовало, реально. Только давайте без противников, окей? А там еще туалет есть, хотя туалет, зачем мне в туалет? Просто, типа, чисто открыть карту. Так, никого. Я же сюда не заходил. Ну да. Могли бы и патроны здесь положить, я не знаю. Не могли сделать какой-то переход, чтобы можно было пройти с того края вагона в этот? Сука, сюда не попаду. Ну-ка, давай. Подсказчики, елки-палки, говорят, играй, страдай, сука, сам, блин, пока не сдохнешь. Вот так вот. Все, перепердело. Нет, не перепердело. А, перепердело. Окей, хорошо, ладно. Так, что у нас здесь? Какую-то хрень нашел. Кровь, базовая жидкость. Угу. Так, что тут еще есть? Тут что-то есть. Еще такая... Просто набор приборов. Просто набор приборов. Тут что? Ничего. Тут ничего. Да иди ты, что ты стоишь-то? Крысы какие-то, тут ничего нет. А это что такое? Труп, что ли? Вау! Подожди. Патроны? А к чему это патроны? Блин, надо забрать. Ёлки-палки. А я же забрал эту кровь, и у меня теперь места нету. Блин, не, эти патроны нужно забрать. К чему это патроны-то? Подожди, хорошо, патроны-то, ёб твою мать. Патроны дают, а ничего больше не дают. Патроны дают, а пушки-то нет. Где пушку взять? Зачем патроны? Что за фигня? У меня патроны уже есть к какому-то автомату. Еще вот какие-то патроны к пулемету, что ли, какому-то похожи или что. Такие мощные какие-то. Прям вообще-вообще. Ну я тут могу, в принципе, выложить карточку, наверное, скорее всего, да? Смотри. Вещи, типа... Вот эту, наверное, может выложить. Я вообще-то могу, в принципе, вот это выложить. Пока что. Оно мне как бы не надо. Ладно. Запишусь вот так. Побежим сейчас, заберем патроны. Потому что я забуду реально. Я их потом оставлю там. А вдруг они пригодятся. Вдруг я пушку найду. Хотя что-то мне прям сильно сомневаюсь, что я их найду. Я уже с пистолетом пол игры прошел. Или сколько там, я хер его знает, какая она длинная, не длинная. Но все равно я их заберу. Потому что потом оно все забудется, все дела. Два пакетика крови нам дали, их нужно не запороть. Их нужно сделать правильно. Только сейчас, блядь, буду делать не знаю как, но буду делать сейчас, стараться. Так. Чувак, дай мне патроны. Винтовка. Для винтовки какой-то. Представляешь? Так. Джек. Нас же Джек зовут, этого чувака. Джек так Джек. Так, ну тут закрыто, бляха. Ладно, пошли к этим. Это нам на второй этаж. Опять пиндярить. Сейчас попробуем ему пилеривание сделать. Тут чего? Тут ничего, а тут, короче, просто только назад. Все, следующий вагончик. А, ладно, пойдем дальше назад. Окей. Классно, когда противников нет, я вам отвечаю. Вот просто бежишь и охереть, просто кайфуешь, что нет, никто не выскочит, никто ничего не респаунится. Вот это вот я понимаю, что ты как завалил, так завалил, нормально. Так, хорошо, идем тогда сюда. Подожди.
Не, смешивать нам не тут, нам вот тут смешивать. В лаборатории, да? Лаборатория сюда. Так. BRH+. Подожди, стоп. Нет, сейчас сохранюсь. Сначала сохраняемся перед такими действиями. Так, BRH+. Так, проверить. Сосуд с жидкостью для создания искусственной крови используется для переливания крови. Не составляющая для получения крови. Хорошо, окей, спасибо. Применить. Ага. Есть. Что это? Введите кровь один типа. У меня Б нужен. Б. Введите пока кровь типа 2. RH+. Введите лекарства. С и Д. Вроде так. Вроде было так написано, я помню. Б, RH+, С, Д. Так, я не знаю, какая завершена. А два пакетика делать или один? Блять. А где он? А, блин, вот тут остался. Сука. Блять. А если я вот так возьму и сделаю? Не, ну ты понимаешь, да? Ты это понимаешь, этот прикол, что, блин, придется бежать. Я же не могу его забрать и нигде выложить. Просто бежать опять придется сейчас в туалет, там выкладывать что-нибудь, патроны. Опять же таки, эти патроны выложить. А, туалет тут рядом. Выложить патроны. Взять, короче, кровь эту гребаную. Сделать там еще одну кровь. О, блин, как это все хреново. Так, вещи. Ты идешь... Да, в принципе... Вот сюда пока что. Пока что ты полежишь вот так. А, да, ну вот это сейчас, да, действительно, вот это скучное занятие. Бегать туда-сюда, там выкладывать, там вкладывать, там что-то делать, там то. То есть сейчас, да, не очень серия, конечно, получилась, но все равно я продвигаюсь вперед, хоть так, хоть иначе. Ладно бы там что-то не так, но я же продвигаюсь вперед. Так. Что там у меня? Да. Взял. То есть и мне нужно еще одну такую же сделать или что? Что у меня там за... Что такое, что случилось? Что там пердит, ладно. Мать его так. Ладно, давайте сделаем еще одну такую же. Может быть, придется ему два. Ой, там еще надо. То есть не так правильно. Да-да-да. Бам-бам. Применение возможно, ну... Так, а мне одну или... Что? А, вторая... Или вторая, это типа, если я запарю первую. Окей, ладно. Блин, мне не нужно было ее брать. Хотя, я бью все равно. Ау, смотри. Его давление повышается. Нормально? Тебе сейчас лучше не двигаться. Ты можешь говорить? Ясный пень, я же говорил тебе, что родился в рубашке. Пятый вагон? Ты говорил о пятом вагоне. Террористы. Они вломились, они направились в пятый вагон. Что-нибудь еще? Ага. Понятие, для чего эта карта ключ. Я знаю. Я нашел ее в коридоре. А что ты мне раньше ее не дал? Мейсон, ждите здесь. Я обыщу вагоны и постараюсь найти посла. А, сука. Ты понял, да? Почему он мне сразу карточку не дал, когда я его только нашел? Ты охереваешь, чувак? А как выкинуть вот эту вот херь? Так, ты чё? Побазарим? Что внутри вагона 5? Да сейчас пойду посмотрю. Ты А чё он мне сразу не дал? Я же знаю, откуда эта карточка. Это сразу же, когда выходишь, штука вот тут. Сейчас вот направо поворачиваю, там прям открываю дверь. Логично же. Пожнан. Пожан. Мы в Пожане каком-то. Чё-то мы так быстро двигаться стали, ёлки-палки. Притормозите поезд немного. Так, я сейчас выложу вот эту кровь, потому что она мне нахрен не нужна. Уже... Карточек 500 000. Давай вот эту, может быть, выложу. Я не знаю. Может быть, еще какую-то хрень найду. Так, давай сохранюсь вот так.
Ой, ну да, сейчас попробуем, может быть, это и не отсюда карточка. Но я думаю, что отсюда. Вот прям думаю. Так, вот это, да? Ключ серебряный. Ха-ха-ха! Я ж сказал, я знаю. Откуда это. Тут никого не должно быть, потому что здесь закрыто на замок. Я не знаю, они тут бы уписались бы, если бы их тут закрыли. Так. Шкафчик... Да почему все закрыто-то? Там в шкафчике по-любому должны быть патроны. Опа! Опа! Взять бронежилет? Да! Я в бронике, еба. Вы взяли пуленепробиваемый жилет. Охереть. А давай надень. Так, а ты и так в бронежилете, в принципе, бегал. На нем инициалы БМ. Пуленепробиваемый жилет. Это не мой размер, в смысле? А чей это размер? Щипцы из военного набора, наверное, это арсенал. В смысле, а чей это? Инфроскоп. А нафига мне инфроскоп? Это прибор ночного видения? Прикольно. То есть тут уже все, да? Оба! Нельзя взять больше ничего. А что это такое? Блять. Что за херня? Кто знает? Кто в курсе? Ага, вентиляция. А я могу отсюда ее открыть? Спасибо. А, вентиляция, я так понимаю, нужно нам ее открыть. Возможно, пригодится отвертка. Ну-ка, давай проверим. Возможно, он сейчас скажет, отвертка, блядь, надо. А, кажется, я могу ползти по трубе. Нет, не залезть, пока что нет. Не лезь. Тут что? А, шкафчик, ничего необычного. Там какая-то хрень лежала в шкафчике, нужно ее будет забрать. Как-то, я не знаю, придется в следующей серии пробежаться туда опять до туалета, выложить что-нибудь, забрать. Я, а броник это кому? Подожди, это кому-то своих, да, нужно отдать его? Не мой размер, может бабе? Скорее всего, бабёхе отдать. Ну хорошо, ладно, мы это проверим в следующей серии. Короче, все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Не будьте чумбачаками, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Ковертопс. И, в общем, всем пока.